Всем привет, с вами Наташка и рубрика Тест Драйв. И сегодня в рубрике у меня крафт от игрока с ником Астунов. Крафт называется Ghost in the Hell, то есть призрак в аду. Вроде как ошибочка в слове. Призрак допущено. Но это да ладно. Что из себя представляет крафт? Такая летающая штука. Дрон с роторами. Плюс 2 мегаплазмы. Кроме того, в крафте еще есть бустер энергии. Сам крафт на 1820 CPU. Конечно же, выстрелов плазмы будет очень и очень мало. Бустер энергии, я думаю, с его откатом особо проблем не решит. Ну что ж, погнали в бой. Team Deathmatch. Kill the enemy team to win. The first team to reach the target total wins. The battle for Tyhonian Canyon has begun. Итак, управление крафт, в принципе, вполне понятен. Туговат на спуск, подъем из-за винтов и ховеров. Ну вот, меня уже заметили. Плазмы кончаются очень быстро. We'll be right back.
Повторюсь, крафт занимает довольно много ЦПУ, а следовательно, энергии для двух мегаплазм ему маловато. Мне кажется, лучше играла бы одна плазма и без бустера энергии. Нужно же не забывать о том, что бустер энергии все-таки и сам занимает много ЦПУ. Восстановление энергии самостоятельно было бы гораздо быстрее, чем использование подобной штуки, бустера энергии. Поэтому считаю, это лишняя трата ЦПУ, уменьшение энергии у крафта, соответственно. Ну и все же рекомендую убрать вторую мегаплазму и заменить ее на какое-то другое оружие, которое будет помогать защищаться от воздуха. Например, мелкие СМГшки, ну или хотя бы штучки 4 топовых СМГшки, например. Все же по ЦПУ будет гораздо меньше крафт. Ну и по мере боя все же выяснилось, что он не такой уж и ловкий, и шустрый. То есть, если ты выскочил из-за горки, отстрелялся, очень быстро тебе не удастся спрятаться за эту горку. Не сказать, чтобы уж совсем времени не хватает на то, чтобы спрятаться, но тем не менее, довольно-таки он тормозит неплохо. Основное внимание, конечно, считаю, автору надо уделить это именно высвобождению энергии. Пусть будет одна плазма, 4 СМГшки, например. Не будет бустера энергии, но будет крафт хотя бы на 1200 ЦПУ, не более того. Ну и на этом у меня, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока. We'll be right back.